В областной столице проходят пришвинские чтения. Музейные работники и орловские учителя на протяжении 3 дней обсуждают творчество писателя. В библиотеку, носящую имя известного публициста, приехали также гости из Брянска, Москвы, Новосибирска и Молдовы. Формат мероприятия – круглые столы и пленарные заседания. Эта традиция, которая 7-й год утвердилась в этом чудесном культурном месте, она имеет своих почитателей, поклонников, постоянных участников. Безусловно, интересный обмен мнениями, очень интересные доклады, которые касаются и личности Пришвина, и творчества, и наших других земляков. Например, сегодня коллега из Молдавии привезла прекрасный доклад о Плагинине. Также в Пришвинке можно увидеть фотовыставку. На ней представлено около 20 кадров, которые были сделаны самим писателем. Этим большим событием мы открываем череду мероприятий, посвященных 50-летию нашей библиотеки, Орловской областной детской библиотеки имени Пришвина. Мероприятий будет очень много в этом году.